Привет, ребята! С вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет очень страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, вам так понравилось предыдущее видео про злого колобка, что я решила выпить зелье этого самого злого колобка, и я уже заказала его на сайте Darknet. Ребята, оно какого-то странного коричневого цвета, что мне напоминает этот цвет... не буду говорить, что мне напоминает, потому что, друзья, это будет прикольно, если выпить это зелье и на самом деле превратиться в злого колобка. Кстати, со мной снимается мой парень Дима. Всем привет. И главное, чтобы он сегодня не пострадал, потому что злой колобок, как вы уже знаете, по этому мультику аниме, он убийца. Он настоящий убийца. И главное, чтобы я не убила своего парня Диму. Дим, тебе страшно? Друзья, перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два и три. В общем, ребята... Подожди, ты не боишься, что он убьет нас обоих? Кстати говоря, вообще, когда человек пьет зелье, ну, внутрь вселяется вот это существо. Ну, грубо говоря, исходя из предыдущих зелий, в которые я пила, это было именно так. И, ну, если сейчас я выпью это зелье и превращусь в колобка, и колобок внутри убьет мою душу, это будет достаточно, ребята, стрёмно. Ладно, не будем оттягивать. Вообще-то, может быть, мы предложим выпить это зелье Диме. Дим, как ты думаешь? Ну, давай, я попробую выпить. Ну, короче, ребята, как вы думаете, кто вам нравится больше, кто в кого превращается? Ну, как вы хотите, чтобы кто выпил зелье? Дима, например, или я? Прямо сейчас пишите в комментариях, там, например, зелье пусть пьет Дима, или зелье пусть пьет Ирина. Ну, короче говоря, пишите ваши желания. И, кстати, друзья, в своем сообществе я вас спрашиваю, какие видео снимать, что вам больше всего нравится. И недавно я провела такой эксперимент, то есть я провела опрос, и вы захотели, чтобы я заказала, вызвала поп-ит человека, поп-итоголового. Это реально стрёмно, до сих пор я еще его не заказала, во-первых, он стоит очень дорого, но это прикольно, человек с лицом попыт, это очень здорово, ребята, а сейчас мы будем вскрывать это зелье, кстати, видите, написано «Злой колобок». Колобок, колобок. Кстати, кто не видел еще эту анимацию, пожалуйста, посмотрите предыдущее видео, где я ее смотрела, сразу две части смотрела «Злого колобка», и говорят, что скоро выйдет третья часть, и мы ее с вами обязательно посмотрим. Одним из первых также со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, иди ко мне. Моя собака Лаки. Она сегодня будет меня охранять, если вдруг колобок будет нападать на Диму. Да, Лакуся? Бежала. Короче говоря, ладно, давайте откроем и понюхаем, как оно вообще на запах, на вкус. Фу, жесть, ребяточки, жесть, просто жесть. Оно пахнет фекалиями, ребят. Я говорю, реально, оно пахнет фекалиями. Кто не знает, фекалии – это какашки. Если... О, у меня сразу рвотный эффект. Ладно, друзья, пахнет жутко, но пить... надо, потому что не зря я дала целых $1000, а это, между прочим, порядка 80 тысяч рублей за вот эту. Ну, кстати говоря, здесь очень много. Я не поняла. Слухайте. Или слухайте, как на украинском там говорится. Слухайте. Ну, короче, неважно. Я поняла. Это нифига не надо пить, ребята. Это нужно замесить тесто, и тесто это съесть. Я потому что подумала, почему так много зелья? Ну, как бы обычно зелья таких маленьких баночек, а тут вон дофига налито. Это, короче, эти какашки, видимо, нужно в обычную муку влить и замесить тесто. И, типа, короче говоря, типа испечь колобка, попробовать это тесто, и тогда ты превратишься в колобка. В общем, не будем оттягивать это, пошла за мукой. Так, ребят, вот я принесла муку, и давайте уже... замесим этого самого злого проклятого колобка. Кстати говоря, никогда не лепите злого колобка у себя дома, особенно в 3 часа ночи. Высыпаем всю муку и добавляем наше зелье. Кстати, можно попробовать изначально на вкус, мне кажется, как оно.
на вкус как дрожжи. Может быть, они поэтому и пахнут так. Ребят, вы когда-нибудь что-нибудь готовили сами? Напишите в комментариях. Может быть, вы какие-то делали печеньки, там выпекали пирог. Но никогда не делайте это с зельем сайта Darknet. Ладно. Ба-ба-ба-ба-ба. Слушайте, я забыла самое главное. Смотрите, какой человечек злой получился уже с какими-то руками, ногами. Надо вот так вот сделать углубление. И вот сюда вот наливать и замешивать. Так, налила. А теперь, ребята, будем замешивать тесто. Я, между прочим, не спец по замешиванию теста, но я буду стараться. Так, отлично. Так, вот у нас что-то уже получается. Я думаю, что вот этой консистенции должно хватить, потому что пробовать я буду уже не все буду съедать, а хотя бы вот сейчас из этого попробую слепить колобка. Главное, чтобы он не приставал к рукам. Слушайте, замешивается. Я, кстати, думала, что даже замешиваться не будет. Вот замешивается тесто, пожалуйста. Так. И вот кусочек этого теста, как я понимаю, мне нужно будет попробовать, ребята. Это, конечно, пахнет, как я еще раз повторюсь, пахнет фекалиями. Пахнет не очень вкусно, но куда деваться, приходится... Подожди, давай я тоже попробую. И здрасте. Что, у нас два колобка получится? Нет, ладно. Так, ребята, сейчас я попробую из этого теста сделать колобка. И еще один очень важный момент. Нужно закрыть зелье. У нас еще осталось, кстати говоря, можно слепить несколько колобков. Лаки там еще меня пугает. Так, ладно. Сейчас сделаем что-то. Колобок. Очень долго месяца, но сейчас попробуем сделать круг. Плоховато месяца, потому что мало воды. Еще сейчас чуть-чуть. Еще чуть-чуть зелья, ребята. Вот, вот, вот. И уже можно скрутить колобка. Так. Похоже. Наш колобок. Мы его кладем здесь. Жесть, у меня руки, ребят, трясутся. Реально, смотрите. Сейчас мы еще попробуем открыть портал с потусторонним миром, чтобы связаться с экзи-душой колобка. Колобок Экзе, заклинаю тебя. Колобок Экзе, заклинаю тебя. Колобок Экзе, заклинаю тебя. Берем колобка и кладем его в центр планшетки. Теперь еще раз повторяем три раза. Колобок Экзе, я заклинаю тебя. Колобок Экзе, я заклинаю тебя. Колобок Экзе, я заклинаю тебя. Ну что, ребята, настала пора пробовать кусочек этого теста. Ладно, выйдем наружу. Фу. Запах отвратительный. В общем, мы договариваемся с Димой. Дим, если колобок становится чересчур, и у нас получается, и он становится чересчур злым и нападать, тебе нужно взять кровь из Даркнета, шприца, который снимает заклятие, не дожидаясь, пока пройдет действие. Или закрыть меня где-нибудь, например, в клетке у Лаки, чтобы прошло какое-то время, пока зелье перестанет действовать. Понятно? Понятно. Лучше всего, конечно, второй вариант, потому что крови из Даркнета осталось слишком мало, и она на очень-очень тяжелый случай. А сейчас я буду пробовать проклятое тесто с проклятым зельем злого колобка. Погнали. Ах. Жесть. Не знаю, может быть, будет мало. Давайте я всего колобка съем, потому что, ну, это более-менее нормально жевать, есть можно. Единственное, что запах отвратительный, я закрою нос и съем всего колобка. Ирин,
блин, конечно, знаете, вот этот рвотный... Ирина! Черт, Ирина! Надо принести попить воды. Ирине плохо! Ирина, сейчас я иду! Я привез воду. Ирина? Ирина, попей. Нет, нет. Черт. Ирина превратилась в клопка. Не может быть. Ирина, что происходит? Черт. Ирина превратилась в клопка. Ее надо срочно поймать. Ну, привет, заяц. Кажется мне, ты хотел меня съесть. Черт, как ее поймать? Перестань, перестань! Где мой нож? Сегодня ты от меня не уйдешь. Черт, она что-то ищет. Что происходит? Вот это ты. Вау. Вот как ты хотел меня съесть. Черт, она ищет нож. В новой сказке. Снова в новой сказке. Чего ты хочешь? А, где лиса? Где? Это хитрая лиса. Где лиса? Я хочу отгрызть ей шею. Лиса? Лиса, я чую, ты где-то здесь. Мне нужна лиса. Надо поймать Ирину срочно. Дима, закрой меня. Дима, я не могу держаться. Не трогай меня, лиса. Это ты, Патрикеевна? Это ты, Патрикеевна? Хочешь, я спою тебе мою любимую песенку? Мне нужна оружие. Мне нужна оружие. Надо срочно взять ее нож. Черт, я не успел. Надо было успеть до закрытия. Тебе, конечно. Нет! Нет! Нет, нет, перестань, перестань, чертов колобок! Пойдем со мной! Я не могу справиться! Почему я не могу с тобой справиться? Черт, это точно Ирина, надо закрывать ее! Кто ты? Кто ты? А? Кто ты? Я Дима! Ирина, ты превратилась в клопка! Ты мой друг? Да, да, да! Кто ты? Действие зелья уже заканчивается. Отведи надо торопиться. Меня к лисе. Пойдем. Пойдем. Отведи меня к лисе. А? Черт. Волк. А? Заяц. Я вас прикончу. Я вас прикончу. А? Волк. Заяц. Медведь. Это ты. Медведь. Это ты. Пойдем, пойдем. А? Срочно пойдем со мной. Я покажу тебе и лису, и медведя. Ты знаешь, где они. Ты мой друг. Ты мой друг. Ты знаешь, где они. Кто это? Волк? Волк? Куда ты меня привел? Почему прямо. Я ничего не вижу? Прямо, прямо иди. Почему я ничего не вижу? А? Где я? Где я? Дай мне руку. Где я? Иди. Прямо. Куда ты меня привел? Где лиса? Получилось. 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 Все. Все. Где я? Стой. Стой. Подлый обманщик. Все, 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 успокойся. Все. Скоро закончится действие зелья! Запер колобка! Где я? Все, я поймал его! А я колобок, я от бабушки ушел! Я от дедушки ушел! Я от тебя, чертов предатель! Я уйду! Все, она уснула!
теперь надо ждать. Все. Все. Черт, что это за звук? Ирина! Ирина, это ты? Так. Вроде закончилось здесь зелье. Ирина! Не убивай! Это я. Черт, что я делаю в клетке? Ты выпила зелье Колобка. Жесть, выпусти меня скорей. О, ребята, ну как вам Колобок Экзе? Я надеюсь, что вам понравилось, и вы на этом видео соберете 5000 лайков. А с вами была я, Королева Миски. Всем желаю счастья и добра. Пока.